Заключение на месяц за проукраинскую позицию. Раздольнинский районный суд оккупированного Крыма арестовал украинского активиста Владимира Балуха за якобы хранение оружия и боеприпасов. Санкции этой статьи предусматривают до 4 лет заключения. Доказательством его преступления стало то, что он не отказался от украинского гражданства после аннексии Крыма. Балуха арестовали 8 декабря в селе Серебрянка Раздольнинского района. 29 ноября Балух на стене собственного дома разместил табличку «Улица Героев Небесной Сотни, 18». А с 2014 года на крыше его дома развивается украинский флаг. Ты понимаешь, что ты занимаешься работой ради работы.